Добрый вечер, дорогие зрители. Как я уже снимал про путешествие на Крит, в январе мы путешествовали неделю на Крит. Там я уже говорил, что я хочу еще вернуться на Крит и путешествовать и посмотреть побольше. Теперь, сегодня у нас 14 мая, я решил спонтанно заказать опять билет на одну неделю. Как здесь видно, у нас с 16 по 21 мая буду находиться. Билет обошелся в 180 евро. Туда я лечу только с... Можно брать с собой 6 килограмм ручную кладь. А назад я прибавил 20 килограммов дополнительно. Поэтому на 20 евро стало дороже. Короче, полная сумма 180 евро. Лечу туда и назад на самолете в Крит, Ираклион, город. У меня немножко задержалось, я планировал вообще-то в апреле, но так как моя мама заболела, надо было присматривать за ней. Сейчас ее положили в больницу, и я решил воспользоваться моментом и свалить туда. Как здесь написано, что еще 3 часа полет примерно длится. И можно на прокат. Я планировал вообще-то мотоцикл брать там на прокат, но он стоит примерно 40 евро в день. И потом мне еще жилье надо брать, тоже стоит. И на мотоцикле не везде прикрепишь все. А тут я посмотрел, машины намного дешевле. Скажем, если машину возьму на мое время, будет примерно 100 евро стоить, а мотоцикл примерно 250, и поэтому на машине еще можно, также в машине можно спать и больше с собой взять. Ну, такое бюджетное у меня, так сказать, путешествие будет на 6 дней. Посмотрим. После приезда я обработаю все видики и загружу их потом. Это такая короткая информация для всех моих зрителей. Пока, и ставьте лайки, и смотрите скоро на моем канале новые путешествия. Пока!